Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем играть в Stoneheart Alpha 24, нестабильная ветка Альфы. И, как оказалось, у нас очень довольно-таки тяжелый старт. Во-первых, у нас сейчас идет песчаная буря, дальше два дня будет все облачно. И у нас нет воинов, и мы не можем сделать их, потому что мы не можем скрафтить деревянный меч. Для этого нам нужно для начала сделать каменотеса, а с каменотеса кузнеца, а с кузнеца уже плотников. Либо же надеяться, что нам какой-нибудь торговец принесет меч, и мы сделаем воина. Давайте поубираем вот эти лестницы, они нам не нужны. Дальше, здесь у нас, в принципе, все уже срезается место, да. Давайте сделаем каменотеса, мы сделали уже предмет для него, он делается из гончара, и мы меняем профессию на каменотеса, вот так вот. Есть, отлично. Дальше я бы срезал бы... О, смотрите, песчаная буря идет, ужас. Я, правда, не знаю, как заставить их спрятаться куда-нибудь в хижины или тому подобное. Поэтому вот так вот. И она прямо идет на нас. Смотрите, она не особо большая, не через всю карту, но она идет прямо на нас. Ужас, смотрите, сейчас попадут они. Оп-оп-оп. У нас все битые, смотрите. Ну, ужас. Ужас, конечно. Ладно, давайте еще сделаем обратно. Вчера это у нас будет воин, да, 4, 2, 6, или есть лучше, 3, 4, 6 есть, да, вот это у нас будет, наверное, все-таки наш гончар. Гончар нам нужен. Так, приближается агент Лиса. Все готово, чтобы начать строительство, друзья. Пустыня приветствует своих новых детей. Мы приедем завтра, чтобы посмотреть, как у вас идут дела. Кстати, ваши знакомые отправили вам заявку на... Выдачу вам двух корзинок ампунции, одной корзинки с тыквой и одной глиняной масляной лампы. Ну, спасибо, спасибо. Давайте масляную лампу сразу же повесим с вами, раз нам ее выдали, но она никуда не сложится. Офигеть, хорошо. Так, также каменотес. Давайте, нужно все тут быстренько делать. Поставить ему станочек и начинать его прокачивать. Еще бы я немножко увеличил количество еды тем, что вот так вот бы посадил, чтобы было более красивее. Давайте здесь золотую тыкву. А здесь у нас, по-моему, да, 3 единицы, поэтому здесь будут у нас морковки. Вот так. Как-то вот так. Еще одно, что я заметил, что вот эти вот семена, их можно садить. Смотрите, это различные семена, так сказать, да. Ну, вот кактусы, да. Что это у нас? Ага, это у нас дерево. Давайте его где-то вот здесь посадим. О, у нас много деревьев. Потом мы их срежем. Интересно, как они добываются, эти семена. Лен у нас вот здесь вот весь. И вот она, глиняная лампа наша. Вот как-то... Почему вы ее не можете здесь... А, она не настенная. Это печально. Да, очень печально. Тогда у нас же это все срезается, да? Давайте ее где-то вот здесь вот поставим тогда. Вот здесь вот. На уголку. Только сюда нужно лестничку сделать. Все. Как-то вот так. Тут все посрезали, чтобы до нас никто не пришел, но вроде бы все отлично. Так, также нужно сделать палку травника, чтобы начать отхиливать наших жителей. И вот это все сюда перенести. Этот вот кактус сюда перенести, пускай все оно тут в кучке будет сбоку. Так, еще есть какие-нибудь? Мне нужен дикий кактус. Белочка какая-то ходит, да, лиса. Лиса гуляет. Ага, вот, вот эти три тоже нужно перенести, тогда дело пойдет с хилочками побыстрее. Правда, далеко им придется бежать сюда. Ужас. Ну ничего, сходят. Так, что у нас по дню? У нас уже вечер, в принципе. Здесь все достроилось. Пускай, конечно, пока спят, кто хотят. И здесь у нас... Но они сейчас заняты, наверное, тем, что разносят все. Вот это я бы сразу больше бы сделал, потому что склад можно вот такой, по-моему, сделать. Уже проверял. То, что они выкопают, это будет мало. Так, и, в принципе, можно скорость сделать повыше. Еще одно, я бы не собирал вот здесь вот еду, вот так вот. Еда здесь не нужна. И главное, чтобы
пропавшую еду я хочу сразу удалять, которые вот эти вот ягодки, которые, так сказать, загниют, их сразу удалять. Станок сделали? Так, стоп, здесь выход. Да, станочек готов. Ставим его сюда. И начинаем работу. Первое я бы сделал, наверное, парочку дверей, да, ворота из булыжника. Сделал бы десяток. Я даже бы на минимум поставил, чтобы всегда 10 держали. Давайте вот так. Так, у нас какое-то нападение. Секунду. И трое дверей. Где они? А, вот они, смотрите, пришли. Но сейчас мы соберем в кучку наших людей. И, по идее, их отбустят. Будет все нормально. Вот так вот. Нам нужны вот эти ягодки срочно. Из-за того, что у нас сразу со старту было меньше жителей, на нас нападают какие-то слабые соперники. И это, в принципе, хорошо. У нас каждый день сейчас приходит новый человек, и, в принципе, мы развиваемся, развиваемся. Я так понял, что сила вот этих вот монстров зависит от количества жителей. Пока что на нас только вот такие вот людишки и нападают. Ну и слава богу. Давайте. Разбивайте их. Также, смотрите, игра обновилась, добавилось многопользовательское меню, да, здесь можно настройки зайти, сделать игру многопользовательской и тому подобное. Вот у меня пишет, что я хост. Наверное, пинг какой-то можно даже будет увидеть, если еще кто-то здесь появится. Я думаю, что в будущем стрим, в общем, не за горами, чтобы поиграть в многопользовательскую игру. И иконки стали, конечно, поприятнее намного. Так, здесь везде все работают. Хорошо, палочку делают, потому что ягодки собрались. Так, ее даже уже скрафтили. Отлично. Давайте назначим травника. Плачет у нас. Почему вы плачете? Скажите, пожалуйста. Ну, у него ранение, песчаная буря, испугался за свою жизнь, одиноко, моя еда была сырой. Ужас. Ужас, что тут происходит у них с их ними. Да, конечно, неприятно. Так, ладно. Кого же нам сделать травником? 4, 2, 3. Ну вот, ни туды, ни сюды. Будешь у нас травником. Так, травник сделан. Хорошо. Сразу делаем стол. И ставим минимум 5 баночек. Вот так. Еще я знаю, что здесь должны появиться домики. Вот такие вот травников. Да, вот смотрите, они сразу же. Так, каменотес, мастерская травника. Может, мы ее сразу где-то тут и застроим. Смотрите, как она вот. Вот здесь вот прекрасно входит. Если вот счесать вот то все. Или здесь окно есть. Да, здесь есть окно. Где бы на каком-то возвышении вот таком бы и построить. Ну ладно. Может, чуть позже. Чуточку хотя бы позже. Так, что у нас есть? Ставьте травника. Когда уже эта буря кончится? Ужас. С этой бурей. Так, а если мы блок кирпичный? Нет, ну неохота. Я бы лучше вот это вот срезал бы. Давайте отправим. Вот это нам, получается, не нужно. Вот так вот. Хорошо. И вот так вот. И тут сейчас выделю. Отлично. Все, буря закончилась. 2 дня облачно. И опять песчаная буря. Ну когда же у нас будет солнечно, боже. Не везет нам пока что с погодой. Ну хотя бы буря прошла. И тоже хорошо.
Так, тут и камень попадается, который нам нужен. Камень еще не кончился? Нет, еще не кончился. Камешек. Что мы можем здесь? Что-то уже начать обгораживать. Да, можем. Так. Ворота я бы где-то вот здесь бы вот так вот поставил. Ладно, чуть попозже. Каменотес 2 уровня. Ой, что у нас тут добавилось? Я бы сделал бы повара, наверное, в одной из первых очередей. И, возможно, нам... Ну, скорее всего, нет. Это раньше был баг, что каменная кувалда заменяла деревянный меч. Сейчас вроде бы это не работает. Так, что у нас здесь скашивает все? Ну да, все пока что работает. И деревья теперь, смотрите, семена посадил я, вот росток акации, видите? Вот так вот это все выглядит. Так, здесь посели, вот это убираем. Ежедневный отчет. И видите, нам очень мало нужно капитала. Нужно всего 275, сытости 50 уже который день. И к нам приходит 7-й житель. Что у тебя тут? 4-3-4. Довольно-таки неплохо. Садовод, отважный. Ну, неплохо. Пока будешь рабочим, там посмотрим. Хотя ложку повара я уже крафчу. Давайте ее переместим даже на самый верх. Ложку повара. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же... Зачем я нажал Escape? Нам приехал торговец. Я нажал Escape и не купил. Ну там вроде бы особого ничего не было, но я бы купил как минимум дерево там. И можно было бы продать какую-нибудь глину, которая у нас на складе. Что-то вроде этого. Блин, капец. Что ж поделать. А можно как-то заморозить вот это вот, поставить, вот, остановить, да. Пускай только вот это вот вырубливают, плюс вот это. Но здесь мы готовим место под домик. Удобный домик можно сделать. Я бы даже сделал здесь какой-то тоже вход, например, склад какой-то под землей. Или что-то вроде того можно было. Давайте скорость увеличим. Мне бы вот здесь все вырубили, чтобы я уже поставил склад здесь наконец-то. Так, а у нас сундуки можно крафтить? Сундуки, сундуки. Да, сундуки тоже можно крафтить. Давайте. Штуки 4. Ой-ой-ой-ой, не то. Удалить. Сундуки, вот эти. Так, и ложку повара у нас сделали. Давайте тогда и мы... Делаем поваром. Садовод нет. Стоп, а повар не из садовода делается случайно? Сменить профессию. Садовода, да. Тогда тебя делаем поваром. Рано. Нужно 3-й уровень. Ну вот как ты прокачаешься, сразу сделаем тебя поваром. А у нас есть парень, который хочет стать садоводом. Что отлично. Здесь у нас... В принципе, более-менее пытается что-то крафтить. Людишки вроде уже подлеченные немножко. Тоже хорошо. Нам бы организовать столовую и где им лечь спать. Вот это вот в первую очередь нужно. Ну и также склад. Здесь сегодня мы закончим склад. Они вроде бы рубят, рубят, стараются. Так, а это что такое? А, это кусок забора. Вот есть 7 единиц. 1, 2, 3. Теперь ставим ворота и долаживаем. Ой, нам даже, наверное, хватит, смотрите. Да, все. Притирочку. Ну, вот так вот, как-то в таком стиле я и думаю строить этот домик.
домик, город, конечно же, в таком стиле строить этот город. Но это не особо такой пустынный, 150 единиц, пустынный получается стиль у нас, да? И домик бы вот чуть-чуть бы выдвинуть на себя, либо же убрать все-таки вот эти поля, чтобы было красивее. Давайте уберем эти поля, удалить, переставим. Вот так вот. Немножко. Я все-таки перфекционист и люблю, чтобы все было ровно. Это вообще убрать. Сейчас за секунду переставят, в принципе, тут все. Так, ягодки, ягодки, нам нужны вот эти кактусы все. Так, поехали. Так, что вам? Тут еще много? Чуть-чуть осталось. Давайте, дорезайте. Так, собираем всех кучу. Где-то на нас нападение. Музыка не зря так просто заиграла. Да, вот они обратно же. Каменные големы, да, маленькие. Сейчас, я думаю, мы с ними справимся. Ну да, в принципе, они нам уже не помеха. Но будем надеяться, что ничего сильнее к нам не нападет на нас. Это также постоянный камень нам. И это очень хорошо. Давайте лен собирать. Лен можно будет продать. Тут тоже до сих пор еще не срезали. Ну чуть-чуть осталось. Давайте, добивайте, ребятки. Мне вот нужно очень, чтобы вот здесь вот все вот это прокопали. Так, а сколько? 4, да? А здесь мы можем 4 потом выбрать? 1, 2, 3, 4. Да, вот здесь будет тоже вход, наверное, какой-то. Здесь будет какая-то спальня, наверное. Так, оп, здесь закончили, отлично. Теперь здесь будет у нас склад, и они смогут все сложить. 20 на 20, смотрите, я угадал. Все, кроме еды сюда. Отлично. Отлично. Что здесь, еда пропала или нет? Или вот... собирается. Возможно, даже собирается пропасть. Сейчас они там все буквально за секунду поперелаживают. Откуда здесь только еда появилась уже? Я же все, кроме еды, поставил слаживаться. Так, и вот у нас скоро солнечный день будет. Отлично. Потому что пасмурно тогда, оно выглядит мрачненько. Опа. И вот, смотрите, да, вот у нас деревянный меч, который нам нужен. Только нужно все продать по максимуму. Глину, которую мы сможем добыть, еще много. Лен, который нам пока что не нужен. Что еще? Ну, здесь еда, семена вот есть дикого лена. Можем уже купить. В принципе, да. Все, можем купить. Я бы еще купил все дерево, которое здесь есть. И все. Вот у нас есть и наш первый воин, которого мы так ждали. И боялся, что мы не найдем нужного нам торговца, который принесет нам этот меч. Все. Теперь у нас есть охрана. Какая-никакая, но охрана. Вот теперь нужно его бы одеть, или ее, это Зая Декис, да? Ее бы одеть теперь что-нибудь посерьезней, чтобы она могла обороняться. Ну и сделать для нее какой-нибудь домик, где мы ее поселим. Ежедневный отчет. 8-й житель. Отлично.
Так, ребят, что ж, на этом я буду заканчивать. Серия получилась хорошенькая. У нас появился воин. Огородили мы заборчиком наши поля маленькие. Перенесли кактуса. Построили склад, который вот уже тут уложился более-менее. Давайте только вот здесь нажмем возобновить. Пускай там тоже начинает вырубливать нам место. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был Пират, и играйте только в хорошие игры.